Батюшки, неужто золотая рыбка сжалилась? Нет, бабуся, это я сам. Молодец. Физкульт-привет, с вами Денис Доропей, это школа туризма. У нас полным ходом идет подготовка к походу на перевал Дятлова. И именно сейчас мы с Максом Липатовым готовим наши видеоприблуды к съемке. Очень важная задача – делать видеосъемку прямо во время движения. Это настоящий поход, нам предстоит, 300 километров в сумме пути, и поэтому снимать нужно прямо во время движения, на каждом привале. Нету времени доставать штативы, раскладывать их, нету времени как-то крепить камеру в другие места. И поэтому мы решили сделать моноподы из наших лыжных палок. Замысел в следующем. Мы берем стандартную крепежную площадку GoPro, такую с клеевой основой. Клеевую основу нахрен отдираем. И пытаемся все это приколхозить к лыжной палке, к верху лыжной палки. Таким образом у нас получится монопод, к которому можно крепить разные вот эти вот GoPro-шные и не только штукенции. Уже через них крепить экшн-камеры. Получится, что лыжная палка представляет из себя монопод для съемки. Вот такую вот штангу можно куда-то ее высовывать и делать себяку хорошую. Можно использовать эту палку как стедикам и возить. В общем, невероятно удобная. А если воткнуть в снег, то получится даже такой штативчик. Что ж, поехали, начнем это все мастерить. Для этого мы берем саму площадку, берем паяльник и начинаем проделывать отверстия крепежные, за которые будем привязывать проволочкой непосредственно все к лыжной палке. В принципе, лыжные палки бывают разные, да? К некоторым сложно примотать что-то проволокой, непосредственно нету в ручке отверстий. И, соответственно, отверстия придется тоже проделать с помощью паяльника, шила, сверла. Просто включите голову и вперед. Что ж, погнали. Никакую разметку не делаем, просто так на глаз посмотрели, что 4 отверстий хватит. Соответственно, эти 4 отверстия проделываем. Опа! Запах. И теперь нужно еще, словно фрезой, выбрать паз под саму проволоку, которая должна под потай лечь на площадку. А потом вот эти вот лишние следы пластмассы с помощью, например, канцелярского ножа или большого ножа выживания срезать. Ага, хорошо. Как захочу, так все сделаю. Хоть кадушку, хоть корыто. Это я-то совсем забыл. Эх, мне бы только бы это суметь. Она бы весь рот открыла. Еще час возни, и получилось, что у нас не только стандартное GoPro-шное крепление, но и резьбовое крепление для любой камеры, в том числе зеркалки. Вот видите, там переходничок можно накрутить. Либо прикрепить зеркалку. У меня тут не зеркалка, но тем не менее крепится. Подфиксировать болтом. И вот такая вот миленькая вещица. Регулируется по всем плоскостям. Итак, 10 минут работы, полчаса подготовки, еще 2 часа съемки. Дали, наконец, результат. Площадка на лыжной палке, монопод, на которую можно крепить экшн-камеры, можно крепить микрофоны. И самое главное, все это доступно во время похода, непосредственно во время движения. Надеюсь, что за каждую минуту и за каждую секунду получу ваш нереальный респект и лайки. Побольше ходите в походы, поменьше заморачивайтесь снаряжением. С вами был Денис Доропей, это была школа туризма и подготовка к походу на перевал Дятлова. Пока-пока. А, это вы и пальцы за меня загибать будете. Ага.